Приветствуем вас, дорогие зрители! В эфире новый выпуск пользовательской версии передачи «Канобовости». Если этим летом вас мучает жажда скорости, то поспешите оформить предзаказ на новую Need for Speed Most Wanted. Обладатели этого уникального ограниченного издания получат совершенно бесплатно одно из трех DLC, а также множество полезных бонусов и эксклюзивное авто. Так что не проезжайте мимо! Смотрите в этом выпуске! Запутанная история. Правда о Battlefield и Metal Gear Solid. Принцип троянского коня. Геймплей Sleeping Dogs. Комиксы в массы. Дэдпул обзавелся игрой. Диагноз раздвоения личности. Подробности о Beyond. На радость фанатам и не только. Сериал Forward Unto Dawn. Начало недели выдалось жарким, и погода не имеет к этому никакого отношения. Фанаты двух игровых серий пытались выяснить, правдивы ли слухи касательно продолжений к Battlefield и Metal Gear Solid. Утром 14 числа пользователи сервиса Origin обнаружили на сайте баннер, в котором говорилось о возможности участвовать в бета-тестировании Battlefield 4 при покупке Medal of Honor Warfighter. Примерно в то же время в сети появились фотографии логотипов Metal Gear Solid 5, якобы размещенных на выставке Comic-Con. Последние, к сожалению, игроков оказались поддельными, что и подтвердили в скором времени разработчики. А любителям военных действий повезло намного больше. Несмотря на то, что официальные источники сначала заявили о невозможности подобного рода акции, Electronic Arts уже вечером 17 числа официально подтвердила информацию касательно участия в бета-тесте Battlefield 4. Доступ получат обладатели предзаказов на Medal of Honor Warfighter, а само бета-тестирование предположительно стартует осенью 2013 года. Пока весь мир пытался разобраться, что правда, а что вымысел, в сети объявилось 40-минутное геймплей-видео проекта под названием Sleeping Dogs. Как вы знаете, изначально над игрой работала студия United Front Games, однако в августе прошлого года права на нее выкупила Square Enix, оставив в собственности предыдущего владельца лишь старое название — True Crime Hong Kong. Несмотря на сходство с серией GTA, Sleeping Dogs станет настоящим подарком для любителей подраться на улице. Рукопашные бои в игре просто радуют глаз, а набор приемов заставит позавидовать даже профессиональных спортсменов. Также стоит обратить внимание на возможность взаимодействия с окружающим миром, которая придает игре определенную долю реализма, не говоря уже о зрелищности. В остальном же Sleeping Dogs напоминает знакомую нам картину. Банды, разборки, перестрелки и, конечно же, выполнение заданий. Разве что в этот раз главный герой является представителем закона. Опробовать на себе шкуру агента под прикрытием вы сможете уже в августе этого года. Говорят, что на каждого супергероя есть как минимум один злодей. Видимо, это понятие применимо и к игровой индустрии. Студия High Moon занялась работой над новым проектом по вселенной Marvel. Честь стать главным героем, а в этом случае главным антигероем, выпала наемнику Дэдпулу. Невероятно болтливому и в основном комическому персонажу, способному к регенерации клеток. Выход игры намечен на 2013 год, однако практически никаких подробностей о сюжете разработчики не дали. Известно лишь, что это будет экшен от третьего лица. Список платформ, для которых будет доступна игра, также не уточнен. Озвучкой Дэдпула займется Нолан Норт, а над сценарием к проекту работает Дэниел Вэй из Marvel. Персонаж серии X-Men также, возможно, появится на экранах. Хотя новостей по съемкам уже давненько не было, официально проект не отменяли.
На минувшей выставке Comic-Con создатели Beyond Two Souls представили публике двух актеров, участвующих в работе над проектом. Эллен Пейдж, известная по фильму «Инсепшн», рассказала о своей роли в качестве главного героя Джоди Холмс, а Кадим Хардисон поделился с посетителями подробностями о проекте со стороны полицейского, являющегося неотъемлемой частью истории. Режиссер Дэвид Кейдж заявил, что в «Beyond» сюжет будет намного глубже, чем в «Heavy Rain», ведь он писал его после гибели близкого человека. Сценарий игры насчитывает около 2000 страниц. По словам Кейджа, главной темой игры является вопрос, есть ли загробная жизнь, и «Beyond» станет на него ответом. Геймплей же был описан как полностью интерактивный. Игроки смогут переключаться между Джоди и Эйден, лицом извне, овладевшим Джоди еще в детстве. Эйден может проходить сквозь стены, взаимодействовать с окружающей средой и вселяться в окружающих. Кейдж отметил, что игроки будут не только сопереживать герою, но и направлять ее решения, которые будут влиять на ход игры. Релиз запланирован на последний день следующего года. Ждем с нетерпением. Этим летом кинокартины по игровым сериям в моде. Такие анонсы, как God of War, Assassin's Creed и Deus Ex, буквально заполонили мировую сеть обсуждениями и прогнозами фанатов. Продолжит новостную ленту экранизации Halo 4 Forward Unto Dawn, цифровой сериал в стиле экшен. Создатели сериала заявили, что Forward Unto Dawn станет предысторией к Halo 4 и расскажет о начале войны, людей и ковенантов. Главным героем станет молодой кадет, вдохновленный мастером Чифом и ставший впоследствии лидером на борту судна UNSC Infinity. Выход сериала запланирован на 5 октября. Он будет включать в себя 5 серий по 15 минут, а практически сразу по его завершению свет увидит и сама игра 6 ноября этого года. Новости мельком. Консоль Oya собрала через Kickstarter более 5 миллионов долларов. Таким образом, приставка на базе Android стала самым успешным проектом в истории игрового раздела сервиса. В бета-версии Dota 2 добавят нового персонажа Ланаю, класс Assassin Templar. Герой придется по вкусу тем, кто любит атаковать издалека, ставить ловушки и использовать невидимость. Valve официально анонсировала сервис Steam для пользователей Linux. Первой игрой, которая станет им доступна, будет Left 4 Dead 2. Новая часть Gears of War поступит в продажу 19 марта 2013 года. Во что поиграть в ближайшее время? Испытайте экстремальные ощущения в Tony Hawk's Pro Skater HD. Соревнуйтесь с друзьями и соперниками в Dota 2. Ну а нам пора с вами прощаться. Всего вам доброго и до скорых встреч!